День армянской культуры в библиотеке народов Поволжья начался с телемоста. По разные стороны экрана – школьники Самары и Спитака. Цель таких встреч – познакомить самарцев с культурой Армении и показать жителям Спитака богатство культуры России. Лично для меня армянская культура – это прежде всего музыка. Конечно же, это дудук. Он звучит очень необычно, как ни один другой инструмент вообще на этом свете. И, конечно же, кухня армянская, богатая специями, богатая ароматами. В 1988 году после землетрясения в Армении Куйбышев оказал большую помощь пострадавшим жителям Спитака и других разрушенных городов. 4 года назад по инициативе армянской общины и главы Самары Елены Лапушкиной города стали побратимами. Мы посчитали, что это будет таким замечательным мостом и замечательным поводом для дружбы, потому что это очень важно, когда люди помогают друг другу, тем более на масштабе народов, когда они готовы протянуть друг другу руку помощи. Удачи в отношениях между народами пожелали и на армянском языке. Становление побратимыми городами Самара и Спитак – это органичное продолжение укрепления дружбы народов России и Армении, в чем я желаю удачи и успеха. Дружба не ограничивается празднованием Дня армянской культуры. В регионе проводятся совместные культурные, спортивные и патриотические мероприятия. Светлана Тимофеева, Петр Паламеев. События.